Обычная пепельница, выполненная в форме примитива, изготовленная из дерева бальза. Очень легкое дерево. Примитивчик такой, обладает таким устрашающим лицом. Мужчина, который сидит и держит ее в своих коленах. Украшена такой тканью, похожей на мешковину. Юбочка у него такая, присущая колоритам индонезийских племен. Ну что еще хотелось добавить? Во-первых, будет гармонично смотреться на столе, будет опять же привлекать себе внимание. Можете не беспокоиться, смело струшить сюда пепел. Дерево не загорится, оно качественно внутри обработано. То есть полностью она такая пожаробезопасная. Значит, рекомендую покупки людям, которые любят выделяться из серой массы и предпочитают необычные стильные аксессуары. Как вот эта вот пепельница. Заходите и покупайте. Спасибо.